Всем привет из Белграда, друзья! У нас практически весна. Какой сегодня? 12 декабря. А у нас вот плюс 12. Представляете? Такое солнышко классное. Вот. И сегодня хотела рассказать некоторую историю про детские сады. На Новый год, непосредственно в том саде, куда ходит мой сын, придумали подарки от Деда Мороза. И знаете как, придумали так, чтобы родители сами делали эти подарки, вот, и чтобы дети не страдали от размера подарков, выдали всем одинаковые коробочки, которые родители должны заполнить, ну как должны, вот, если хотят, заполняют, вот, и значит перед этим ребенок пишет письмо Дедушке Морозу. Все такие красивые письма делают, каждая группа в своем стиле, складывают в красивый ящик, все это очень красиво оформлено. Вот. И Дедушка Мороз забирает эти письма. Вот. А потом через неделю Дедушка Мороз приходит и приносит красивые коробочки одинакового размера с подарочками. Вот. Такая интересная практика. Воспитатели сами записали за детьми их пожелания, а потом... вклеили. Но дети делали сами, руками украшали это красивое письмо. Вот. Если у кого в Белграде или в Сербии, в других городах дети занимаются, учатся в детских садиках, расскажите, какая у вас практика на Новый год, как детей поздравляют Дедушка Мороз. У вас, ну вот у нас вот так достаточно мило, прикольно. Вот, единственное, не знаю, разрешат ли вскрывать внутри, в садике. Вот, потому что все-таки у всех будет.